15 мая художественной программой «Пасхальная радуга» в детском саду «Елочка» завершился ежегодный пасхальный фестиваль, участие в котором принимают воспитанники всех дошкольных образовательных учреждений города. По сложившейся многолетней традиции, организовывают и проводят праздник педагоги «Елочки». В этом году ведущая Светлана Абрамова рассказала детям о традициях праздника. Малыши послушали праздничный пасхальный перезвон. Конечно, не обошлось и без детского творчества. Воспитанники детского сада «Вишенка» вместе со своими музыкальными руководителями Людмилой Хаповой и Ольгой Шендрик подготовили несколько танцевальных номеров «Танец матрешек» и «Чудо-балалайка». С удовольствием делились теплом и радостью юные танцоры из детского сада «Ромашка». Яркие костюмы и зажигательные танцы «Калинка» и «Светит месяц» дошкольникам помогали подготовить музыкальный руководитель Светлана Замятина и педагог Марина Марсакова. Азарные, трепетные и милые номера вместе со своим музыкальным руководителем Мариной Бычковой подготовили хозяева фестиваля. Без заминки, с улыбкой воспитанники детского сада «Елочка» исполнили танец ложками. Но самые громкие овации достались исполнительницам частушек и дуэту танцоров из группы «Речи Цветик» детского сада «Елочка». Дети с удовольствием участвовали в играх и пасхальных забавах, подготовленных ведущей. Разгадывали загадки, водили хороводы. Приглашенная на праздник педагог-организатор Дома детского и юношеского творчества Анна Демидова вручила грамоты победителям выставки конкурса семейного творчества «Пасхальные чудеса», который проводился среди воспитанников дошкольных образовательных учреждений сестрой и их родителей в канун одного из главных церковных праздников – Пасхи. Праздник подошел к концу, но его нет у пасхальной радуги. В следующем году фестиваль вновь соберет малышей. А это значит, что детские улыбки, счастливые встречи и радость творчества будут продолжаться.